С соседями нужно дружить, уверены жители железнодорожного района Самары. На звуки музыки во дворе на улице Никитинской выходят десятки семей из окрестных домов. Здесь настоящий праздник. На детской площадке собрались все те, для кого детство – это не только отрезок времени, но и состояние души. Заняты все скамейки, а кто-то наблюдает с балкона. Такие праздники уже стали традицией. Соседи вместе отмечают и Новый год, и Масленицу, а сегодня провожают уходящее лето. Праздник этот очень хорошо встречают жители нашего дома. Они у нас вот такие доброжелательные, отзывчивые, добрые. Что бы я их не попросила, они делают все для того, чтобы здесь было уютно. И всегда у нас праздники проходят на ура. И многие нашему дому даже завидуют. А я говорю, вы не завидуете, приходите к нам, и будем вместе праздновать. Подвижные игры, загадки, конкурсы и детский смех. Ребята показывают свои таланты, а старшее поколение с удовольствием наслаждается теплой дружеской атмосферой. Вечер открыл ансамбль танца «Карнавал» с номером «Чебатуха». Также на площадке звучала живая музыка. Выступающих зрители поддерживали аплодисментами, подпевали и водили хороводы. Если выйдешь ты мне навстречу, даже грянет гром, не замечу. Если дождь такой ждать не будешь, значит, любишь ты, значит, любишь. Торжество всегда проходит при поддержке районной власти и депутатов. Любая инициатива жителей находит отклик, ведь только совместными усилиями можно добиться результатов. Обратная связь – это очень хорошо. И вот именно такие мероприятия, они как бы сплочают, все друг друга видят. Нет только вот этого, знаете, передачи информации там посредством сотовой связи. Идет живое общение с людьми. То есть мы все друг друга слышим, все друг друга понимаем, идем друг другу навстречу. За такими посиделками жители дома часов не наблюдают. Проводить время вместе им всегда в радость. Добрая традиция проведения соседских праздников станет примером для всех остальных, надеются организаторы проекта. Особенно в какие-то трудные времена очень важно плечо друг друга, плечо соседа, улыбки, доброе слово, которое всегда поддержат, всегда придадут бодрость духа. Ну и желание двигаться дальше, развиваться дальше, благоустраивать дальше свои дворы, делать их еще краше. Праздник завершился вкусно. Все желающие смогли отведать сдобные пироги с различными начинками, угоститься яблоками, конфетами и душистым чаем из самовара. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.